Черноморском городском поселении перенесли на месяц открытую сессию совета. Назначенный отчет главы поселения о работе за 2023 год не был зачитан по причине болезни Владимира Жигулина. Депутаты приняли решение заслушать его 25 апреля. Однако обсудили насущные вопросы от жителей. Ответили на них заместитель главы Северского района Дмитрий Малов и председатель Совета Черноморского городского поселения Николай Водяницкий. Людей волнуют проблемы в различных сферах жизни, в том числе и в области дорожного хозяйства. В укор местному главе ставят полное отсутствие проведения работ по ремонту дорожного полотна, хотя деньги в бюджете на это заложены. Денис Прима намерен обратиться в суд для возмещения ущерба. На улице Юбилейной, где по документам проводился ямочный ремонт, в одной из них он повредил колесо своего автомобиля. Яма свыше 15 сантиметров в длину. Длина ее составила 1 метр с небольшим, ширина 75, глубина 13. У меня есть схема от сотрудников ДПС. У меня вопрос, каким образом Юбилейная была отсыпана, если у нас она вся, как после бомбежки градом? Люди утверждают, что примерно в таком же состоянии находятся и другие дороги поселения, в частности в хуторе Карском, откуда жителям становится все труднее выехать по раскисшей глиняной дороге. Туда не доехать скорой помощи и школьному автобусу. Дети 1,5 километра в темноте по грязи ходят на остановку. Волнует людей частое отсутствие воды. Представитель местного МУПа объяснил это частыми порывами и изношенностью водопроводных сетей, которые составляют на сегодняшний день 80%. Также беспокойство жителей вызывает отсутствие тротуаров, проблемы транспортного сообщения, сферы ЖКХ.